И звездного времени суток, дорогие граждане, я вас приветствую на нашем сегодняшнем стриме. Наконец-то я его смог запустить. В общем, у нас с вами, ребята, полтора часа максимум, потому как потом будет у меня выключен свет, к сожалению. Спешил запустить сегодняшний стрим, и, к сожалению, одну выставку мы с вами пропустили по объективным причинам. Кто в теме, тот понимает, почему мы пропустили, да? Ладно, сегодня у нас миски, и что нужно знать о этой компании? И это все будет более подробно рассказано непосредственно на самой выставке. На сегодняшний день у нас апгрейд, который варбондовский, который содержит в себе 10 лет страховки, и он экономит $10, это на проспектор. Сами решайте, с какого именно корабля вам будет удобно апгрейдиться, да? Тут уже исключительно ребята за вами. То ли это будет баллиста, то ли это будет валча, то ли халби, то ли трекер. Сами принимайте решение. Я бы, например, апгрейды с валчи не брал, потому что валча выйдет в 3.18 и он подорожает. И он, скорее всего, либо будет в одну цену с проспектором, либо дороже. Поэтому заранее покупать с корабля, который будет в одну цену с проспектором, либо дороже его, абсолютно зря выброшенные деньги. Халби, да, это в том, что до халби еще немножко далековато. Я не думаю, что мы его получим, где-то там, я не знаю, где-то там может... В лучшем случае через месяцев 6 получим халби. Трекер уже в игре, и баллиста тоже в игре. То есть это то, что с высокой вероятностью никогда не подорожает. В общем, все за вами. Я хочу с вами немножко показать. Вот моя цепочка на сегодняшний день до Одиссея. Начиная с Dragonfly Black и Одиссей. Внимание! Все мне... Корабль стоит $700. И все мне обходится, ребята... $140. Экономия $560. 80%. 80% экономии. Вот, и я такой, знаешь. Ха, Крис, смотри, как я тебя поимел на $560, Крис. Смотри, как я тебя поимел на $140. Ну, это как-то так вот приблизительно звучит, вот эта вот постоянная битва, особенно олдов с Крисом, в плане как сэкономить, как подешевле собрать кораблик. Это, ну, наш геймплей. Новички могут этого не понять, но тем не менее. Ладно, мы к этой сборке вернемся, я думаю, завтра, либо послезавтра. Я хочу дождаться Galaxy X. Видео я еще не смотрел, этот, новости с Galaxy. Но благодаря, хочу поблагодарить Олега Лайма за его гифки. Вот по гифкам увидел Galaxy, и он меня заинтересовал, реально. Давайте посмотрим. Я посмотрю завтра, послезавтра постараюсь. Завтра постараюсь посмотреть инсайт и, соответственно, уже приму решение. Может, вообще будет так, что я завтра соберу и Одиссей, и Galaxy. А может и нет. В общем, у меня цель стояла, чтобы сборочка мне обошлась в 150, а она обошлась мне еще и в 140. Почему? Откуда вот такая экономия? Ну, во-первых, Бану Мерчантмен подорожал на $50, и, соответственно, если до этого было там 190 или сколько, я не помню. Ну, короче. В общем, экономия. Экономия произошла за счет подорожания Мерчантмена, за счет появления апгрейдов новых и всего-всего-всего-всего. Да, возможно, даже новых апгрейдов здесь и нету. Ну да ладно. Давайте переключимся на непосредственно на миски. И у нас здесь есть Endeavor. Это концепт, ребята. До него еще далеко. Он модульный. У него очень огромное количество модулей. Даже отдельный продается набор Master Set. Сейчас не готов сказать. Возможно, даже продавался. Давайте глянем. Ну, мне уже чисто интересно, есть ли Master Set. А то... Мастер сет. Прайс. Такс. Мастер сет продается, и он для консьержей, ребята. Да, он только для консьержей, и стоит он, как видите, косарик. Таких я закинул себе в свое время 2 штучки.
У меня где-то там байбеки лежат. В общем, ребят, там есть и посадочные площадки, там есть и больница, там есть и биодом, можно будет каннабис выращивать. Там есть исследовательские центры. Ну, в общем, короче, такой корабль, знаете, база. Корабль-база, можно сказать. Вот мне еще интересно, что из себя будет представлять Galaxy. Потому что Galaxy вроде как тоже будет модульный. Ладно, поехали дальше. Это концепт, и до него еще далековато, сразу говорю. Expanse — это тоже концепт корабля. Стоит он относительно недорого по сравнению с другим, что есть. И его основная задача — это рефайнинг собранной руды тем же самым проспектором, либо тем же самым Аргамол. Когда выйдет Expanse, не готов вам сейчас сказать, но я думаю, что может быть в ближайших 6 месяцев. Не исключено. Дальше это фрилансеры. Серия фрилансеров. Мы поговорим о них уже в игре непосредственно, потому как они доступны. Это фрилансер, фрилансер Дюр, фрилансер Макс, Мисс. Дальше у нас идет Хал Эй. Он тоже доступен в игре. Тоже поговорим о нем в игре. Дальше у нас Хал Би, Хал Си и Хал Ди и Хал И. Они на данный момент недоступны в игре. Если верить цигам, Хал Си вроде как готов и ждет просто рефакторинг карго. Как только появится рефакторинг карго, у нас должен появиться Хал Си. Я не исключаю, что там может сразу появиться Хал Би вместе с Хал Си. В общем, эти хулы, так называемые корабли-дальнобойщики, да, которые будут перевозить контейнеры с грузом, из них только доступен Хал Эй. Он маленький, и там не так много он на себе везет, по сравнению, например, с тем же самым Хал И. Но, тем не менее. Короче, вы поняли, это концепт. Пока не можете не смотреть на его сторону. Одиссей. Вот это концепт. Корабль исследование с возможностью добычи для себя квантаниума. То есть такой вот корабль, экспанс, который сможет самообеспечить себя в будущем на дальних рубежах исследования. Ждем. Ждем корабль. Я его себе соберу, потому как я люблю такие кораблики и... у меня вообще цель больше собирать такие, знаете, дорогие корабли. Короче, движемся дальше. Дорогие подешевле собрать. Проспектор, он в игре. Это корабль, который можно купить за игровую валюту. В общем, не проблема абсолютно. Это майнер. Мы о нем поговорим тоже на выставке. Дальше у нас идут серия рейзеров. Это гоночные корабли. Тоже есть в игре. И опять же поговорим, когда выйдем на саму выставку. Рейленд Кор, Рейленд Мака, Рейленд Сен, Рейленд Тана тоже доступны в игре. И тоже поговорим там же. Дальше Starfarer, Starfarer Gemini. То есть это два заправщика. Одна гражданская версия, одна военная версия. Тоже поговорим в игре, потому как эти два корабля доступны. Доступны. И они Flight Ready. В общем, если вкратце говорить о этих кораблях. Понятно, тут есть мастер, есть сеты сразу, кому, кто фанат Миска, может взять сразу за 5200 купить. Ну, я, ребят, еще раз говорю, моя личная позиция, купите стартовый пакет, все остальное заработайте в игре. Это лично мое мнение. Потому как, покупая все эти большие корабли, либо все корабли, вы покупаете отчасти геймплей. Почему я это делаю? Я уже старый, чтобы фармить кредиты, и я хочу просто прийти с работы, увалиться в игру, выбрать себе кораблик, сесть и полетать в космосе хотя бы в игре, если мне в реале не дают. Ну да ладно. Это если вкратце говорить о мисках. Друзья, там у нас еще есть доступные тамбрилы. Тамбрилы тоже на выставке. У них есть серия циклонов. Это огромнейший выбор на самом деле. И обычный циклон, и циклон ракетный, и циклон МТ, который содержит в себе и ракеты, и пулемет, и гоночный циклон, и разведывательный, и просто пулеметный. Короче, огромная версия циклонов. У меня есть МТ-шка, я купил ее себе и не жалею. Возможно, в будущем когда-то соберу еще гоночный для... Танк Нова у меня тоже имеется. Это танчик, на котором можно поездить, пострелять. Но на данный момент мне абсолютно не ясно и непонятно, как будет геймплей связан с наземной техникой.
Это интересно. Ну, как бы танк мне очень понравился, поэтому я его купил. Поэтому он у меня в ангаре. Вот. Я очень надеюсь, что геймплей будет очень крутой. На данный момент это так, собраться толпой и устроить свой World of Tanks. Кстати, видео есть на канале, можете поискать. Я там даже его так и назвал, по-моему, World of Tanks или как-то так, или что-то связано с танксом. Дальше рейнджеры. Это одни из самых ожидаемых мотоциклов мною лично. Я знаю, Питон тоже ждет. У меня есть все три рейнджера, и они пока что в концепте. Почему их разработчики до сих пор не выпустили? Официально они ждут там какую-то технологию, связанную с... Ну, работают на технологии, связанной с дорогами. Ну, тем не менее, ладно. Хрен с ним, поехали дальше. Крусейдеры. Крусейдеры — это гиганты. И здесь тоже у нас есть и новые, кстати, спириты, которые недавно были анонсированы. Там есть... Только почему они так нахрен их проскидывали по-идиотски, я прошу прощения. Там есть A1 спирит, это бомбардировщик малый. Есть спирит C1, это версия для грузов. И есть E1 спирит, это для перевозки пассажиров, випов. Я же говорю, я не знаю, нахрена они так их раскидали по-идиотски. Дальше у нас тут идут А2 Геркулес. Это большой бомбардировщик, который летает и скидывает огромные бомбы на головы. И опять же, тоже Геркулесы раскидали хрен знает как. Здесь у нас С2 Геркулес. Это тоже для перевозки и как наземного транспорта с размером танков и этого танки, там, баллисты и так далее. Так и груза. Так же само у нас есть и Геркулес М2. Это военная версия грузового корабля. Вот. Дальше у нас идут корабли, за которых мне больно. Это RS Inferno и RS AN. Они тоже есть в игре, ребята. Смотрите, спиритов еще в игре нету. Это концепты. А вот Геркулесы и, например, Inferno, они есть тоже в игре. Мы на них можем тоже понемножку поговорить. Дальше, вот концепт, это Genesis, это будущий корабль, это корабль для перевозки пассажиров. Он еще пока что, в концепте, ждем. Кстати, один из самых старых кораблей, которых народ ждет, если что. Mercury Starliner, он в игре, поговорим о нем попозже. И дальше, что у нас тут еще имеется в виду? STV, ну, короче, ребят. Не вижу смысла останавливаться, например, на Крюгер Интергалактика. Тут у нас тут Мерлин П-52 и П-72 Архимед. Короче, П-52 Мерлин — это снап Констеллейшена. П-72 Архимед — это снап этого Феникса. Типа премиум версия, типа обычная версия. Это кораблики, которые присоединены к кораблям, и они типа полетели, если надо, там отсоединились от материнского корабля и свалили куда-то. Либо наоборот, если на материнский корабль напали, он один из членов экипажа перепрыгнул в корабль и начал там пиу-пиу делать по врагу. Что у нас там еще? Так, я быстро просто пробегаюсь, да, Грейкэт. У Грейкэта есть тоже серия достаточно интересная. Рок и Рок DS — это две майнерских техники наземных для наземного майнинга. Рок Соло, Рок DS с напарником. В свою очередь, Рок DS был жестко раскритикован комьюнити, потому что по факту, ну вот честно, объясняю, чем разница между Роком. Рок, ты в соло майнишь. На тебя могут воздействовать всякая вредная окружающая среда, там кислота, жара, холод, ты там можешь замерзнуть, зажариться, короче. Рок DS, водитель, защищен от всего, а вот оператор турели сидит в таких же условиях, как водитель Рока. Вот, откровенно говоря, что им мешало сделать, просто взять Рок и Рок DS, сделать одной машиной, мне лично не ясно и непонятно. Как-то так. Ну, то есть такое вот решение какое-то странное у разрабов. Ну, сделали, сделали. Дальше у нас идет STV, ребята. STV — это новая машинка транспортная. Короче, просто STV. На ней можно поездить. Это если так вот. Все, это все, что есть. И сейчас, ребят, я переключусь на вас.
Да, важный момент, все машинки в игре, о которых я только что говорил. Вот эти все машинки, они в игре, они есть в игре. Вы можете прямо сейчас на них поездить и поманить. Дальше у нас идет Consolidated Outland, это интересная компания. Hoverquad, это тоже в игре, и тоже это Snap, этот, он на Гравлеве. Он очень незащищенный, у него есть свои минусы, но есть плюсы. Он быстр и в целом всегда сможет свалить. У него есть, у него ящики с собой. Дальше у нас идет серия мустангов. Это альфа, это бета, это дельта, это гамма, это гамма. А где омега? Омеги не будет, точно, я забыл. В общем, мустанг альфа — это стартовый корабль, даже продается стартовый пакет с ним. Это такой, знаете, маленький, начинающийся корабль, который в себя может включать и перевозку ящика. Кстати, он недавно было добавлено. Вот. Ну и там можно пиу-пиу поделать. Ну, сразу говорю, корабль очень-очень-очень слабенький. Ну, в общем, как стартовые корабли все. Это бета. В бете есть своя комната. Да, вам не послышалось. Там есть кровать, там есть... там и такой минимум-минимум. Типа мини какой-то исследователь, что ли. Дальше дельта. Это боевая версия, у нее норсы. Короче, дельточка достаточно симпатична. Но опять же, помните, что это стартовые корабли. Я к чату немножко попозже переключусь. Дальше у нас идет мустангама. Это гоночная версия мустанга. Не гонял, говорю честно. Не люблю гонки. Может, когда-то полюблю, но не сейчас. Не готов. Номад. Отличный кораблик. Он идет тоже со стартовым пакетом. Более того, это такой космический пикап. В общем, как-то так. Все необходимые удобства есть на нем. Тоже готов к полету. А вот Пионер еще в концепте. Это огромный строительный корабль, который будет в будущем строить аутпосты. Абсолютно верно. В игре можно будет их строить. На данный момент он недоступен. Ну и Argo Astronautics. Здесь я не знаю, есть ли смысл останавливаться. Здесь у нас Argo Mall. Это кооперативный майнер, на котором можно совместно полетать и подобывать ресурсы вчетвером. Три турели и пилот. Интересный, занимательный геймплей, но не для заработка. Потому как на проспекторе можно даже иногда больше заработать. Потому что если вы майните в кооперативе, то, соответственно, вы же понимаете, что весь добытый, все добытое надо разделить между участниками. Дальше идет MPV Cargo и MPV Personal. Короче, это два снаба. Они идут при Джавелине, и в одного задача перевозить груз, второго перевозить личный состав, персонал. У него нету ни квантового двигателя, он тоже есть в игре. Ну, короче, ребят, такой, знаете, мини-кораблик для таких локальных, решения локальных проблем. Что-то типа такого. Рафт в игре, но без геймплея. Это грузовичок, который сможет перевозить контейнеры. Вы уже можете возить на нем, конечно, груз, но сама механика контейнеров на данный момент не работает. То есть по факту они там будут телепортироваться, эти груз этот. Потому как в будущем там должны контейнеры отсоединяться, присоединяться, короче, вот так вот. Дальше SRV. Это тягач. Это концепт. Он, если верить отчетам, он почти готов. Его задача будет таскать другие корабли. Например, у корабля был поврежден двигатель, и он не может там двигаться. Подлетает CRV и тащит его. Да, вы правильно подумали, на CRV можно будет попробовать и украсть чей-то корабль. Это будет занимательно, я думаю. Ну, в общем, хватит браузерного этого Star Citizen, давайте поиграем в нормальный Star Citizen. И пока я гружусь, у нас чуть-чуть осталось времени, я поприветствую отдельно чат. Чат пиши. Так, Даниил Архипов, Джин, Максим Калинин, Питон Дарк, Штази Нацка, 3D Моделинг, СС, Дона Посум, Шаттл Макс, Кэптен, Google Search, Старзимер, Объект, Вейдер, Астарла,
Atomic Baby, Джек Чанский. Друзья, я вас приветствую на нашем сегодняшнем стриме. Не забывайте ставить лайки на YouTube. Всем приятного просмотра. И, друзья, полетели, полетели. Сейчас мы с вами зайдем на выставку и пройдемся по мискам. Мы там немножко поближе изучим кораблики, посмотрим, что за корабли есть. Как-то так. Немножко зарос, надо побриться. Вообще, люблю эти флешбеки. Флешбеки! Фрост, привет! Да, блин. Засмотрелся на чат, чат просто такой красивый. Как блондинка с третьим размером, и отвлекся и не туда повернул. Сэм, привет. Борис Андреев, тоже привет. Друзья, всех приветствую. Всем я хочу отдельно поблагодарить всех зрителей, всех подписчиков, которые дотерпели до этого момента, когда я запущен был стрим. Сразу говорю, не по моей вине, я вынужден был откладывать дважды стрим. В общем, ребят, как-то так. Святой Джон, привет. Я что-то обалдел, я думал, это донаторы. Донаторы чего? Мои донаторы, типа. Ну, слушай, если говорить о донаторах, то надо это. Я бы не против был бы общего доната посмотреть. Цыговского, который мы надонатили. Что ж вы не сказали? Жесть. Собака. Живи. Я решил, кажись.